Всем привет! Сегодня у нас в видеообзоре экскаватор от компании Halna. Управляемая модель разработана в масштабе 1 к 16. Игра с ней станет по-настоящему занимательной для ребенка. Внешний вид модели полностью соответствует оригиналу. Прочный износостойкий корпус выполнен из пластика, а ковший отвал из металла. Размеры игрушки составляют 42 на 14 сантиметров. Экскаватор проработает около 25 минут от аккумулятора, который идет в комплекте. Сам аккумулятор заряжается при помощи USB адаптера. Управление осуществляется пультом. Он работает от двух батареек типа АА. Можно ехать вперед, назад, поворачивать влево-вправо. Также у него крутится кабина. Можно управлять ковшом, загребая песок или мелкие камни. Также поднимается отвал. Предусмотрено включение и выключение световых эффектов. С резиновой гусеничной лентой можно с легкостью передвигаться по песку или ковру. Невероятно интересная и увлекательная для мальчика игрушка подарит море радости и поспособствует развитию воображения, а также логического мышления. Спасибо за просмотр, всем пока!